Стол как стол, ничего не случилось. Слово «стол» потеряло смысл. Итак, это вообще журнальный столик, если быть честным. Окей. Стол как стол. Поехали. Подождите, сейчас я объявлю еще раз. Антон и Володя. Хорошо. Король Артур. Но почему стол-то не круглый? Хорошо. Я не хватило времени сплить углы. Вот. Класс. Слушай, я тут в игре стул купил, Джарна. Но что-то неправильно пошло у меня. Что-то ты собрал стул как стол. Да-да, получился стул как стол. Два и сюда защита. О, господи! Скорее все уходите, у него стол! Прекрасно, это была третья зарисовка. Поехали. Где дверь, дура? Я нашла только стол. Надо пять. Давайте финальную поставим такую точку яркую в этом. Стол банальный. Последний. Банальный. Наш стало время. Нет, стой, перед этим у меня фраза «Этот город мал для нас двоих». И теперь настало время выяснить, кто из кого он подойдет. Да, да, это я, да, да. А при чем здесь стол? Заткнись, маленький. Эй, бармен! Продолжай подавать напитки. Готов сразиться, как мужчина. Мне, кстати, можно, пожалуйста, попил. Я готов. Без револьверов. Спасибо. Это за дрянь. Что же, готов. С револьвером, да. Ну что, а знаешь, зачем здесь стол? Я догадываюсь. Тогда давай. Да господи, ё! Мне кажется, этот город мал для нас троих.